Всем привет! Надеюсь, все вы как родители понимаете, что покорный человек и человек, которым потыкают все, управляют все, это очень грустный человек и печальный по жизни. Но многие родители совершают в период воспитания ребенка совершают одну большую ошибку, из-за которой ребенок, когда вырастает, становится очень сильно покорным по жизни. И управляем. В чем это заключается? Условно говоря, ребенок садится завтракать, там, либо обедать, либо ужинать, неважно. Вы ему насыпали там тарелку каши и говорите, вот, покуда не съешь, со стола не встанешь. И ребенок ест, давится, условно говоря, ему уже не лезет, он плачет, но он ест. Либо другая ситуация. Ребенок собирается там на улицу гулять, и вы ему говорите, вот надевай красную шапку, а он хочет надеть, допустим, синюю шапку. У него там 2-3 шапки, неважно. Вы настаиваете на своем. И ребенок, он в будущем в жизни понимает, что, как говорят другие старшие, да, более важные люди для него в жизни, так он и поступает. Это очень плохо на самом деле, потому что ребенок в будущем не будет иметь никакого своего мнения. И ним будут управлять и потыкать. Он будет на работе, условно говоря, все, что ему будет говорить начальник, он будет выполнять, не имея своей точки зрения на процессы рабочие. В семье у него будет так же самое, будет ним управлять либо муж, либо жена, там, ну и так далее. Поэтому давайте ребенку право выбора. Если ребенок не хочет есть, не заставляйте его. Если ребенок хочет надеть красную шапку, либо синюю, там, либо обуть кроссовки вместо туфлей, условно говоря, пусть делает так, как ему хочется, хотя бы в таких мелочах. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!